Всем огромный привет! Хочу снять вторую часть о моих помадах. Помады будут не только мои, но и помады моей мамы. Мы живем вместе в одном доме, в одной квартире, и поэтому, чтобы было интереснее, я буду снимать и так, и так. В первой части я показала все, что у нас есть от Avon. Я уже отложила в сторонку, разобралась. И сейчас во второй части покажу все, что есть от Faberlic. Также, как и в первой части, буду показывать все помады, которые есть у меня, независимо, есть они в каталоге или нет. Ну и также покажу блески для губ, потому что у меня все вместе. Давайте начнем из последних серий. В этой части я уже не буду близко подносить артикулы, потому что тут цифры, тут проще. Вы мне будете верить на слово, потому что когда фокус туда-сюда, это тоже раздражает глаза и не очень хорошо. Первая помада, вот серию можно определять в каталоге по внешнему виду колпачка. 4616. Очень люблю я эту помаду, вот так она смотрится. Вообще в Faberlic помад проблемных очень мало. Больше такие, с которыми одно удовольствие сотрудничать, если можно так сказать. Из этой серии есть еще 4612. Вот такая красивая помада. Это мои любимые. Первая поярче, вторая она уже более побледнее. Следующая помада. Это уже помадой шла летняя лимитка, хотя колпачок похож. Он отличается тем, что на самом колпачке написано слово Faberlic. На этих колпачках такого нет. И в этой лимитированной номер 42023. Вот она такая. С цветом я немножко не угадала. Но в любом случае летом носить буду. Для меня ярковато. Мне кажется, это лучше помоложе, когда девочки. Такой яркий барбишный цвет. Так, дальше. Ну, наверное, из этой же серии еще покажу. Вот из этой косметички уже. 42021. Это тоже летняя лимитка. Вот такой цвет. Она уже чуть поярче, чем предыдущая. Вот такой цвет. Так, еще вижу. Это моя одна из самых любимых. 4599. Это вот из первой. По-моему, увлажнение в цвете. Вот именно вот эта серия. Вот у меня их три штуки. Это и это. Очень люблю. И когда в Faberlic есть акции, они бывают по 149 рублей идут, то это самое то время, когда можно брать. Следующая помада уже из другой серии идет. Черный футляр, прозрачный колпачок. Артикул 42028. По-моему, это тоже была лимитированная серия, но мне тоже не повезло с оттенком. В названии было слово натуральный, и я почему-то решила, что это будет что-то такое нюдовое, но оказалось достаточно темноватое. Кому идут такие цвета, то оттенок хороший, ложится прямо плотненько так на губах, он себя ведет хорошо. Просто тут уже дело цвета, дело вкуса. Мне не подошел цвет. То есть это не значит, что ругаешь помаду, просто цвет оказался не мой. Но если цвет подходит вам, то он хороший. Так, еще уже непрозрачный колпачок, серия 4597. Вот такая светленькая. Вот эту вот серию немножко ругают девочки. Очень красиво идут цвета, но помады на жаре текут. И вот, если, я не знаю, вам видно или нет, надрезаются вот эти вот места. Бывает, даже просто расплываются и портятся. Вот, давайте я не буду закрывать.
Очень интересно, футлярчики, видите, как колпачки удобно друг в дружку оказалось складывать, и не перепутаешь. Из этой серии еще есть две уже из соседней косметички, 4586. Это два очень красивых цвета, я за ними тоже хожу сюда на охоту, когда мне хочется нанести именно их на губы. Я не стала себе заказывать отдельные, мама сейчас практически не пользуется. А я у нее хорошо хожу в гости к соседней тумбочке, комодику, и прихватизирую. И вот этот цвет очень люблю, 4584. Он уже чуть светлей, вот такой, вот они вместе. У них два тона разницы, и вот такие они. Яркие, красивые, сочные, прямо очень красивые. Нравится. Так, от Faberlic давайте я покажу то, что есть в каталоге. Это недавняя новинка. Я взяла номер вот в золотом уже оформлении 43067. Вот такой цвет. Немножечко уходит в коралл. Мне не очень идут коралловые оттенки, но буду пользоваться иногда под определенный образ. Дальше. Давайте я покажу. Похожая серия, только стальной дизайн. 4721. Вот такой цвет. Ой, что-то она прямо как-то сухо, да? Нет, вот нормально все. Просто что-то тут у меня заело. Вот такой цвет яркий. Вот. Дальше. От Faberlic давайте я вам покажу. Не так давно были вот эти карандаши. Мне они понравились. Они тоже плотно ложатся и немножечко могут подтаивать. 41097 первый. Кстати, хороши тем, что они выкручиваются, то есть их можно крутить. Вот такая тоже плотная текстура хорошая. Яркий цвет. Тоже мне на определенные события. То есть у меня испортится помада быстрее, чем я ее истрачу. И 41095. Но очень хотелось. Мне больше идут полупрозрачные. Вот это вот совсем для меня ярко, конечно. Но, опять же, на определенное событие. И в отличие от Avon, видно, да, что у Faberlic более яркие цвета. Более отдают они цвет. Может, так попались просто оттенки. Так. Из помад. Давайте я вот эти покажу. Их уже нет в каталоге. Это была лимитка. Тут даже и номеров тоже практически нет. 4371 был вот такой. Конечно, когда лимитки идут в отдельном цвете, это намного интереснее. Ой, давайте я сотру руку, а то что-то у меня рука уже вся изрисована. Вот. Я с собой запаслась мицеллярной водой. Сижу во всеоружии. Поэтому постараюсь все сделать быстро. Вот такой интересный нюдовый цвет, но пользуюсь редко. Когда я пришла на YouTube, в основном у меня были все помады вот такого нюдового цвета. Но потом я открыла для себя розовый цвет. Ну тут номер не могу сказать. Это коралловая была такая. И уже потом открыла для себя яркие цвета. То есть я раньше ими, конечно, иногда пользовалась. Но вот какой-то период жизни я прямо на нюде на одном остановилась и считала, что мне другого не надо. Так, вот такие два цвета. И еще один цвет есть вот здесь. 4374. Вот такое. Видно, да, что мы с мамой по-разному красим губы. Вот у нее они все время какие-то кругленькие получаются. А у меня срезанный.
Вот такой интересный цвет. Любила я эту серию. Мне хотелось их даже закупиться в запас. Но помад много, сроки годности никто не отменял. Если кто-то в первой части, там, ну, девочки обязательно будут такие, кто следит за сроками годности, я за ними тоже слежу, не переживайте. Когда что-то выходит, я обязательно от этого избавлюсь, не переживайте. 43-64. Вообще срок годности у помады 3 года и даже больше. Нужно следить по запаху, по отдушке. Первая может испортиться отдушка. Сама помада очень редко портится. Так, вот такой вот красивый цвет. Эта серия уже давно вышла из каталога, поэтому номер уже ни о чем не говорит. Очень красивая она была, такая полуглянцевая. Люблю я эту помаду. Так, давайте я покажу вот эту. Тоже она вышла из каталога. Она у меня больше для памяти. 45-12. Я в первой части говорила. Вот это тот цвет, который мне напоминает мои 17 лет. Вот прямо один в один я с такой ходила. И поэтому она у меня больше так, знаете, сводч сделать. Она у меня почти целая. И даже срок годности пройдет, она у меня все равно будет в коллекции. Как напоминание о том цвете, который я очень-очень любила, и мне очень-очень он шел. Из пузатиков таких вот еще у меня есть. Ну, не у меня, а у мамы есть две. Первая 46-53. Очень красивая была вот эта вот серия. Ее наверняка заменили другими сериями. Возможно, этот цвет можно найти повторившимся в новых коллекциях. Очень красивый цвет. Вот он был такой. Я думаю, если он повторяется действительно в новых коллекциях, то это было бы здорово. 46-54. Ну, наша задача сейчас, мы просто смотрим цвета, сводчи, а не выбираем для себя помады. Потому что если кто-то сел, чтобы выбрать для себя помаду, то, например, вот это не актуально для вас, потому что в каталоге такую уже не найти. Поэтому просто снимаю для любителей посмотреть декоративную косметику. Ну и запрос был такой, что покажи то, что у тебя есть. Была вот такая серия одно время. С щелчком открывается 47-80. Вот так она открывается. Вот такой цвет. Он мне не очень подошел, но редко я им все-таки пользуюсь. Вот она, в отличие от многих, по суше немножко. Но очень хорошо отдает цвет. Ложится так на губы плотненько. И если цвет кому идет такой, то помада очень хорошая. Дальше есть вот Eye to Eye, была такая серия молодежная. Помады были неплохие. 46-26 покажу. Это в маминой косметичке. Цвет поярче. Она любит такие. Вот такой прям сплошной перламутр. Для любителей перламутра. И у меня 46-27. Следующий прямо оттенок получается. Вот такой вот он шоколадный. Я его ношу с удовольствием. Я его люблю и с удовольствием ношу. Вот он такой яркий. Это для меня осень-зима. Цвет такого времени года. Дальше, наверное, покажу уже блески. Есть одна вот такая помада, это подарок. Ее уже тоже нет, 44-72. Она интересна тем, что колпачок это и кисточка. Вот он так вот, видите, открывается. И вот здесь набирается уже помадка. Как я сказала, это для меня подарок, но я ей пользуюсь. Вот, опять же, осень, зима. Такой прямо сочный, красивый цвет. Вот. И кисточка всегда рядышком. Ароматы у всех помад хорошие, не портятся. Ай,
Сюда не влезет. Давайте вот сюда я ее поставлю. И блески давайте покажу. Вот есть такой у меня блеск для губ. Блески я не очень люблю, от них я буду от многих избавляться. Тут я давайте поближе покажу. Не помню, где показан блеск. Наверное, 41035 это номер, артикул, да? Взяла один ради интереса. Очень хотелось. У него очень интересная кисточка. Такая, спонжик такой интересный, срезанный, как лопатка. Он немножко липковат, но цвет красивый, на губах смотрится хорошо. Ну вот, кто не любит хоть какую-то липкость блеска, то это не про этот блеск, то есть он липкость дает небольшую. Так, давайте я чуть-чуть отъеду, чтобы было видно. Вот этот блеск был от Eye2Eye. Я от него избавлюсь. Не помню, какой тут номер. Давайте вот так поближе тоже. 43050, да, наверное, так. Или вот тут еще есть 5144. Вот до сих пор я не могу запомнить, где являются артикулы. Поэтому, кто знает, те смотрите. Ой, я ж напугалась. Спонж там остался. Видите, как часто пользуюсь. Вот такой вот тут носик. И вот так вот его надо выдавливать. Совсем не люблю вот этот вот блеск. Я его даже, наверное... Ну, конечно, я предложу знакомым девочкам, но, скорее всего, я его просто выкину. Не люблю я его, не нравится он мне. Два блеска. Это лимитированная версия вот этих цветочков летняя. Первый 4484. Покажу. Не пользуюсь. Покупала, но так я с блесками не могу подружиться. Я люблю помады. Давайте я его вот сюда. И 4391. Тоже не пользуюсь. То есть покажу, как цвет. Очень удобные вот эти вот лопаточки. Хотя кто-то их ругал. Не всем они понравились. Вот они такие яркие. Тоже их либо отдам, либо расстанусь. И вот с этими блесками тоже произойдет самое. Это две разные были серии. Но эти я выкину. Я их не отдам, потому что они вышли из каталога. И тут уже я так думаю, что срок годности это... Может, и поджимает. 43,85. Вот такой блеск. Ну, мы смотрим цвет, поэтому, а не сроки. Поэтому мы с вами посмотрим цвет. Такая тут идет кисточка. Очень красивый. Он на губах очень красивый. Но я не люблю, когда на губах я чувствую средство. Если помада тоже, как вот я в первой части говорила, бывают пластилиновые такие. Я, если чувствую, то я не буду пользоваться, я сотру. И вот этот, давайте вот так покажу, артикул 4437 был. Этот я просто выкину тоже. Ну и как и тот. Тут уже другой был спонж интересный. Мы с вами посмотрим цвет. Вот этот блеск мне нравился тем, что он ложится как помада. Очень красиво ложился. Но так как я не очень люблю пользоваться, я не пользовалась. Но как помада он был интересный. Вот. Все, наверное, от Faberlic я показала все. И в следующей части покажу от Oriflame и помады Mary Kay, по-моему, там у меня есть. Ну и кое-что из других фирм. А от Faberlic все. Вот получилось две тоже руки изрисованных. Надеюсь, со мной было интересно. Надеюсь, я была, ну, хотя бы сколько-то полезна, информативна. Ну, или, по крайней мере, просто интересно провели время. Это тоже очень-очень хорошо. Спасибо всем за внимание. Встретимся уже в третьей части.